Всем приветики-приветики, с вами я, Конфетка Тока, и сегодня я покажу вам свой влог. Ну что ж, сегодня... Ой. Алло. Да, я. Что? Правда? Хорошо, конечно, буду. Ура, спасибо вам огромное. Да, я снимаю видеоблог, извините. До свидания. Ребята, вы не поверите, кто мне звонил. Мне позвонила самая крупная компания. И что ж, начинаем. Так-с. Извиняюсь, к сожалению, я немножечко тут подвину, потому что тут нету прохода. Так, сейчас начнем умываться. Сначала я нанесу масочку, потом мне нужно почистить зубы, одеть свой любимый халат, пока я одежду уберу на пол. Конечно. Оденем вот это, потому что потом я буду купаться. Закрываем. Дальше нужна щеточка и паста. Я буду, конечно, очень тщательно мыть себя и чистить свои зубки. Так что чистим и любуемся. Теперь мне нужно снять свои, можно сказать, капы. И принимаем душ. Наносим на себя, на свое тело и на волосы. Так, снимаем масочку. Выходим из душа, расчесываемся. Так, теперь нам нужен фен. Сушим волосы и расчесываемся. Так, Нужно, чтобы у меня были прямые волосы. Готово. Убираем расческу. Теперь нам нужно забрать свою пижаму. Полотенце убираем. И теперь мы ищем подходящий мне костюмчик. Какой бы сегодня одеть? Для начала мне нужно собрать рюкзак. Рюкзак я, Давайте возьмем вот это вот. Да, мне оно очень нравится и мне очень подходит. Рюкзак я кладу в свою карточку и телефон. А еще мне нужно одеть какой-нибудь ободок. Да, вот это мне нравится. Мне подходит. Так, идем быстрее. Так. Так, я ставлю рюкзак, и мне нужно покушать. Кушать я сегодня, наверное, буду хлопья. Да, давайте сегодня возьмем пачку хлопьев. Они хоть и разного вкуса, но одинаковые. Теперь мне нужна ложечка. Ой, вилочка. Потому что хлопья сухие, я их буду собирать так. Так, все, теперь мне нужно помыть тарелку, но это потом. О, блин, я опаздываю уже. Так. Ну а на этом все. Всем пока-пока. Я люблю. До скорых встреч. Это было короткое видео. Да, алло, я бегу.